как вы относитесь к идее остаться работать на удаленке и впредь? На этот вопрос ответили 90 человек в нашей группе телекомпании «Ветта» ВКонтакте. Оказалось, что работать удаленно у 43% опрошенных просто не представляется возможности. 19% ответили, что им бы хотелось чередовать работу дома и в офисе. День там, день там. Категорически хотят вернуться работать в офис 18% опрошенных. 16% респондентов поддерживают удаленку и в дальнейшем. Для меня нет. Ну, люблю общение живое, мне как-то так проще. Да, ну или у меня, может быть, и работа так связана с людьми. У меня не получается на удаленке. Ну, конечно, работаю. Даже не знаю, как к этому отношусь. Да многие говорят, что сидят без денег. Зарплата упала несколько раз. Хотят вернуться на работу. Привычной жизни. Мне очень неудобно лично мне. По семейным, по личным причинам. Ребенок маленький. То есть ты не можешь сосредоточиться. Лучше работать в офисе. Дисциплинирует трудоспособность, соответственно, лучше, чем дома. Ну и дома я не работаю, потому что один день, два. Неудобно, потому что, во-первых, график сбивается. То есть встаешь позже почему-то. То есть откладываешь какие-то дела. Там отвлекаешься на домашние дела. На работе уже пришел, знаешь, что надо сделать, сделать, сделать. А потом же пойти домой. Все.